Всем привет! Залежалось тут у меня вот это украшение. Я решила по-быстрому его переделать, потому что это только одно украшение. Правда, я собираюсь сделать из него два. Какие тут у нас будут задачи? Смотрите, вытерлось абсолютно. Это украшение привезли откуда-то. Я забыла откуда. Откуда-то из Азии. По-моему, из Таиланда оно было привезено. Смотрите, что значит, какие здесь проблемы? Я не знаю, что это, я подозреваю пластмасса. Я сейчас еще проверю, это, конечно, раскаленная иголка, чем оно пахнет, пластмасса это, или вдруг кто-то решил кость покрасить. Ну, всякое же теоретически возможно. Чтобы не выбросить, например, если это что-то натуральное, возможно, надо тогда будет что-то придумывать и с этими бусинами, как-то их отмывать и возвращать им тогда. Ну, я посмотрю, что это за бусины. Вот эти диски сделаны из похожего материала, но тут какие-то вкрапления. Я не знаю, что это. Я сейчас буду вот изучать. Вдруг это что-то ценное. Вот это 100% пластик, причем он хозяйку раздражает. Она сказала, что ей эти бусины не нравятся. Но как раз вот эти бусины и кулон – это единственное, что осталось в хорошем состоянии. Посмотрите, в каком состоянии застежка. Более того, вы видите, повылазила проволока. Но это были любимые бусы. Вот они потому в таком состоянии, что их очень хорошо носили. Но уже все. Они свое относились. Ну, вот хозяйка захотела их каким-то образом восстановить. Я думаю, что я все-таки оставлю желтые бусины с кулоном. А из синих дисков, наверное, буду делать какое-то другое украшение. Это, конечно, скорее всего, будет выбрасываться, потому что ну куда. И поэтому получается два украшения. Получится, конечно, что-то в этническом стиле, потому что было в этническом стиле. Получится что-то синее обязательно, потому что хозяйке нужно синее. Я по ней вижу, что это ее любимые цвета. Желтый она не любит, но я ей покажу, что она не права. Мы и желтый спасем. Ну, он не желтый, но мы так условно его назвали для себя желтым. Поэтому начинаю работать. И еще мне принесли вот такие вот бусы. А тут попросили просто перенабрать бусы. А почему я их показываю? Это может пригодиться многим, у кого есть похожие бусы. Это пластик. Но этот пластик начал уже истираться. Видите? И просто перенабрать эти бусы, это не будет выходом. Я понимаю, что есть любимые вещи, человек хочет их сохранить, но эти бусины я буду покрывать лаком. Вот я именно поэтому вам показываю эту. Это не переделка, это будет просто, они, видите, нанизаны на нитки. Вот на нитке еще такая застежка древняя, которая просто эту нитку, деформирует и стирает. И, конечно, такие бусы очень быстро рвутся. Их уже перенизывали, и это еще одна проблема. Посмотрите, вот я их сложила, а вот эта нитка явно длиннее. Это так, у кого-то было плохо с глазомером. Видите, насколько она длиннее вот этой нитки. И это еще, значит, надо перераспределить эти бусины. Но я, наверное, еще немножко сделаю. Я хочу сделать вот этот центральный элемент, как кулончик небольшой. Ну, просто чтобы немножко усложнить. Ничего особенного. Я показываю исключительно, чтобы дать совет, как поступать вот с такими пластиковыми бусами, когда они уже не новые. Видите, лак явно не повредит этим бусинам вот в этих местах. Их нужно сделать более глянцевыми, ну и защитить все остальные стороны этих бусин от повреждений. И я так подумала, что, наверное, я покрою лаком еще и вот эти бусины белые. Возможно, черную бусину. Они тоже утратили глянцевость. Вот смотрите, пока я лакировала последние бусины, вот эта первая бусина уже подсохла, лак быстро сохнущий. И видите, какая она, и вот эта нижняя стала, вот эти две, они стали какие глянцевые, видите? Нету этих истертых мест.
Кстати, смешно. Видите, они разные, серединки, они разные. То есть использовались пластмасски разных цветов для изготовления. Это стало видно только когда я вот так вот разобрала, покрыла лаком, стала видна серединка. Смотрите, как переливается и блестит черная бусинка. Видите? А была вот такая вот невзрачная, такая вот тусклая, с потертыми краями, вот как эти бусины. Видите, в каком они состоянии? Но это бусины, которые на затылочной части, и там я даже лаком не хочу покрывать, ну зачем, чтобы лак терся о шею. А это центральная бусина, и смотрите, как она преобразилась, она просто новая. Ну, вот такой вот у меня дизайн, такая вот рабочая обстановка. Ну а теперь то, что меня удивило. Бусины оказались не пластиковые. Вот эта бусина, она не плавится, но она начинает обугливаться и не имеет такого характерного для пластмассы запаха. Вы знаете, это может быть таки кость. Меня это очень удивило, мягко говоря. Да. Вот такая вот загадка. Диски тоже меня удивили. Это тоже не пластмасса. Ну, кулон обычный. Вот. Но хорошая новость об этом кулоне. Он не китайский. Это не штамповка. Хороший металл. Он тяжелый. Вы видите, на спиле его вытачивали. Это кусок металла. И это достаточно качественно выполненная вещичка. Ну что, сейчас я буду дремелем каждую бусину снимать с нее краску, вот как с этой бусины. И это таки не пластик. Когда я с этой бусины счищала краску, я увидала, как оно себя ведет. Это что-то, это органика. Это какая-то органика, я не берусь называть, какая именно, но это не пластик. Представляете? Что ж, вернем им изначальный вид. Не знаю, кому пришло в голову покрасить их в синий цвет и зачем. Ну, значит, сейчас будем возвращать натуральный цвет этим бусинам. Давайте смотреть переделку. А вот результат обновления бус. Меня, как я говорила, попросили только перенизать эти бусы, но я не удержалась и изменила у них форму, потому что вот посмотрите, они сразу стали стильные, более длинные. Ну вот были они вот так вот где-то вот тут вот. Сейчас вот в такой форме. Я просто это родилось у меня, когда я делала это украшение, и у меня не было возможности посоветоваться с хозяйкой, поэтому я сделала так. Я покажу ей, и если ей не понравится этот вариант, я просто его еще раз перенижу, это недолго. Здесь главное было вот обновить вот эти бусины. Вот видите, они засверкали. Они стали как новенькие. В таком обновленном виде, когда бусины уже не тусклые, а такие глянцевые, вот как новенькие, украшение сразу стало выглядеть новым. Я фактически добавила только вот эти конусы свои. И больше ничего. Я перенизывала это украшение, и от меня требовалось просто сделать застежку. Застежка здесь такая старенькая, наверное, таких застежек уже и не делают. Но хозяйка сказала, что ей она удобна. Ну, я ее просто надежней сделала надежнее, так чтобы это украшение еще поносилось немножко. Вот. И такое вот получилось украшение. Это просто о том, как сделать из совсем старого украшения, потому что вот эти бусины, они утратили уже такой, знаете, вид. Как из совсем-совсем старого украшения
сделать что-то симпатичное. Ну, а теперь давайте смотреть. Конечно, так делать нельзя. Нельзя без спроса хозяйки просто взять и поменять. Вот форму поменять, вот даже вот сделать такой типа подвеску. Это чревато. Я сейчас расскажу, почему это чревато. На примере вот этой переделки. Это три украшения, которые я сделала из одного, вот из того самого. И почему нельзя без спроса переделывать, я сейчас покажу. Вот это украшение, оно мне очень нравится. Я на него угробила кучу времени, потому что мне надо было очистить вот эти бусины. Помните, они были синие, и вот эти. Но они уже вообще как бы потеряли товарный вид. То есть их, ну что, их краской красить было, чтобы вернуть им синий цвет. Но это не серьезно. Поэтому я решила их вот так вот почистить. Кроме того, вот эти подвесочки мне пришлось тоже покрывать лаком. Я выбрала самые такие, самым товарным видом эти подвески, потому что они тоже были повреждены. И мне пришлось еще, вот, чтобы они более смотрелись, ну, как-то не так поношено, не так вот как-то аскетично, мне пришлось, вот видите, я наклеила такие вот золотые цветочки. Кроме того, мне здесь еще пришлось просверливать вторую дырочку, потому что я вот, видите, вешала их на проволоку, закручивала, и чтобы эта проволока не ерзала вот так вот, точнее, чтобы этот диск не проворачивался внутри этой петельки, потому что опять же бусины повреждались бы при проворачивании, вот таком вот кручении. Мне пришлось сделать еще одну дырочку в них и закрепить их жестко. Они теперь держатся вот в таком виде достаточно жестко. Недостаточно, они держатся жестко, они не будут крутиться и, соответственно, не будут повреждаться. Но когда хозяйка посмотрела на это украшение, ее реакция была, знаете, как в том одесском анекдоте, когда к жене Рабиновича послали сообщить, что Рабинович умер, и сказали: только пожалуйста, деликатно. И вот, если вы помните этот анекдот, насколько неделикатно сообщили, что Рабинович умер. Вот с такой же неделикатностью мне сказали: я этого носить не буду. И моя дочка этого носить тоже не будет. Правда, через 5 минут она подошла ко мне, сказала, что она знает, что уже кто-то хочет это украшение купить. Но я говорю: а что ж тогда тебе будем делать? Ведь сюда ушла основная часть вот этих бусин. Вот синие ушли, вот эти бывшие синие. А тебе-то мы из чего будем делать украшения? Там осталось буквально, ну, совсем ничего от украшения. Оно делает там, из чего получится, что-то какие-то мне там пожелания высказала. Вот. Ну, это почему вот... Она просила сделать близкое к тому украшению, которое было изначально. Я подумала, что я близкое сделаю вот это. А это, я думаю, сделаю какое-то еще. Но оно же не должно быть все одинаковое. Оно может быть... ну, украшения должны быть разные. Ну, вот оказалось, что нет. Нет. И это украшение уйдет, наверное, к другому человеку. Если не уйдет, я просто сниму вот эти бусины. Вот эти, которые не мои, и сделаю себе украшение. Ну, вот, я не знаю, мне оно нравится. Оно удобное. Вот я при вас его надевала на манекен, и вы видели, что оно лягло очень аккуратно, легко, то есть не надо его там как-то особо с ним возиться. Оно вот... легко с ним обращаться, с этим украшением. Вот видите, я его держу в руках, оно не деформируется практически, оно вот ведет себя красиво, хорошо, живо. Ну, я не знаю, что в этом украшении может не понравиться. Вот честно. Ну, не понравилось, ладно. Не понравилось, значит, не понравилось.
И посмотрим, что я сделала вместо этого украшения. Потому что нам-то надо было синее украшение. Посмотрим. А сделала я вот такое вот украшение. То есть по форме, как и просили, близкое к тому, что было. Но поскольку уже бусин у меня не оставалось, они все ушли вот на это украшение. Оставались только вот эти диски и пару таких вот бусин. Пришлось все делать фактически заново. Сделала вот этот кулон. Потому что тот кулон, который был, у меня ушел на желтое украшение. Вы помните, что желтые бусины хозяйке не нравились в соединении с синими. Поэтому я их сделала отдельное украшение, и туда же ушел кулон. Для этого мне пришлось делать кулон. Вот такой вот он. Что-то он, его не очень хорошо видно, он как-то так отсвечивает, но он красивый. Не видно, объема не видно. Точнее, вот как-то оно плоско получается. Здесь просто вот этот элемент, он выпуклый. Вот эти элементы выпуклые. А здесь оно такое все получается, плоское. Кроме того, мне пришлось сделать вот такие вот бусины. Бусины красивые. Видите, с такими концами красивыми. Вот. Ну и все остальное это осталось от того, что мне, в общем-то, форму я не придумывала. Я только сделала синее украшение такой же формы. Вот и все, что. Ну и из кулона, который был у хозяйки и ее двух желтых бусин, я сделала еще одно украшение. Тоже такой же формы. То есть ничего не мудрила, потому что раз не нравятся другие формы, значит формы будут одинаковые. Вот эти две бусины желтые. Все остальное, и подвеска, которую я сделала в окружении таких вот бубенчиков, колокольчиков. Ну, она мне так показалась лучше. Сделала такую бусину. Вот она таким полумесяцем. На ней держится все вот это дело, и за нее цепляются боковые части украшения. Здесь использованы очень красивые керамические бусины, такие этнические, с красивым узором, каким-то таким фантазийным. Оно очень красиво перекликается с остальными цветами украшения. Тут кокосовые диски и вот такие вот диски в перемешку идут. Тут тоже такие колокольчики подвешены. Другое сочетание бусин, другие бусины. Ну, вот в результате из одного украшения получилось 3. Я не собиралась делать 3. В принципе, изначально должно было быть 1, получилось 2, а вынужденно сделала 3. Вот такая вот смешная переделка у меня была. Такое тоже случается. Если говорить о том, какие мне больше всего нравятся, то, конечно же, вот эти. Вот эти мне больше нравятся. Здесь, конечно, я намудрила с этими бусинами. Ну, здесь мне нравится очень сочетание цветов, фактур. Ну, такое оно очень колоритное получилось, знаете. Вот я смотрю на него и просто чувствую такой горячий ветер, песок, вот какая-то такая пустыня, я не знаю, Сахара.
такие вот украшения, вот такие переделки сегодня были. У меня, наверное, следующее видео получится интересное. Мне прислали подарок. Зрительница прислала мне подарок. И я хочу из этого подарка сделать украшение себе, потому что это подарок был мне. Я себе сделаю украшение и покажу вам, какие приятные сюрпризы бывают, какие неожиданности бывают в жизни. Вот просто так человек взял и прислал мне большой пакет с бусинами. И увидимся скоро. Надеюсь, вам понравились эти украшения. Мне-то уж точно понравились. До встречи в следующем видео. Пока-пока.